Со вчерашнего вечера в Новопольске возобновлено пешеходное движение по понтонному мосту. Специалисты Пинского центра республиканского отряда специального назначения «Зубр МЧС» завершили регламентные работы с опережением. Российское предприятие «Стеклопласт» в 2022 году создаст совместное производство с полоцким заводом «Полоцк стекловолокно». На площадях белорусского предприятия намерены изготавливать композитную арматуру, которая используется в строительстве объектов в разных сферах. В Новопольске с 4 декабря открывается прививочный пункт на базе торгового центра «Голд» по Молодежной 237. Время работы с 14 до 19 часов в будние дни и с 11 до 15 часов в выходные. Также продолжают работать два пункта на базе выставочного зала и медцентра «Алекс Хелп». В рамках чемпионата Беларуси по хоккею новопольский «Химик» встретился со жлобинским «Металлургом». Только в серии буллитов удалось определить победителя. Два очка новополчанам принес Дмитрий Каштанов. После 31 игры «Химик» занимает пятую строчку турнирной таблицы.